вообще-то не очень хорошая история. 14 лет, получив какие-то травмы, я попал в больницу. Ты столкнулся с такой апатией к человеческой боли. Я так подумал, еще не оформлено. Если я был бы врачом, я бы не хотел бы стать таким. И когда время уже поступало определяться с выбором, я подумал, что я хорошо умею делать в школе. И это химия была, биология. Я понял, что, наверное, мне стоит пойти на химфак, медицинский университет, да, либо заняться педагогикой, например. На сегодняшний момент ни разу не пожалел о том, что я занимаюсь вот такой важной деятельностью. И получаю, кстати, от этого огромное удовольствие, когда говорят вот, спасибо, там, или берут зеркало, там, смотрят, там, улыбаются, мне кажется, в этом что-то есть.